своем офисе в Мартесе в провинции Хаэн сотрудники турагентства «Астра Андалус» обсуждают новые направления и туры. Это первое в Испании турагентство, специализирующееся на астротуризме. Агентство начало работать в апреле 2015 года и за первый год своего существования показало звезды, туманности, планеты и северное сияние 3000 туристов. Fue genial, nos ha gustado a los dos. De hecho, hemos salido uno aficionado a la astronomía, yo ya tengo un telescopio, y ella a fotografía nocturna. В разгар сезона в агентстве работают 8 человек, имеющие подготовку в области астрономии и туризма. Para disfrutar del cielo nocturno no hay que tener conocimientos previos, simplemente hay que tener curiosidad. Muchas, cuando vemos la visión de una Vía Láctea, con las constelaciones, las estrellas que brillan tanto, una lluvia de meteoros, no tienes por qué ser físico o física para sentir curiosidad en conocer qué está causando esos fenómenos, ¿no? В агентство обращаются и туристы из других стран, заинтересованные в астрономических турах. Se conjuga el poder observar el cielo nocturno con un alojamiento de calidad y con visita a museos, actividades ecoturísticas durante el día. На полпути между научной популяризацией и организацией досуга бывшее астрономическое общество превратилось в успешный бизнес с большим будущим.